Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 56-й серии нового сериала «Постучись в мою дверь» в Москве. Ранее мы увидели, как Саша начинает догадываться, что в случае с обрушением части здания виновата именно Алина. Только ей было выгодно подставить Градского-младшего. Однако Сергей не верит в то, что это сделала Алина, и уверен в виновности Руслана. Фалькону тоже было выгодно подставить своего конкурента. Филипп тем временем знает правду и требует от Алины за такой мерзкий поступок, чтобы она продала свои акции и ушла работать в другое место. Но Алина, несмотря на риск, решает поступить совершенно иначе. Градский боится говорить Саше правду, особенно о том, как умерли ее родители. Премьера 56-й серии сериала «Постучись в мою дверь» в Москве состоится 16 мая на телеканале ТНТ.